Столичный родильный дом номер 5 на время пандемии приобрел статус ковидного. Здесь находятся беременные женщины, подхватившие опасный вирус. Но этого не знают их будущие дети. Они появляются на свет в определенное им судьбой время, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. И, конечно, большую роль здесь играют доктора. В профессии Елена Ермакова уже 8 лет. До сих пор воспринимает рождение новой жизни как чудо, хотя наизусть знает алгоритм ее появления. Опасный вирус заставил по-новому взглянуть на обычные вещи. Наблюдение беременных, сами роды, восстановление после них потребовало новых знаний. Появилось дополнительное заболевание, которое еще мало изучено, мало известно, как оно влияет на беременность и, конечно же, на плод у беременных пациенток. Мамам нужна дополнительная психологическая поддержка. Им надо дополнительно объяснять, с чем они вообще имеют дело. В стационар привозят пациенток с дыхательной недостаточностью, с пневмонией. Такого раньше в практике гинекологов-акушеров не было в принципе. Диагноз ковид и разная степень поражения заставляют докторов оперативно принимать решения, назначать каждой пациентке свой протокол лечения, чтобы вылечить будущую маму и спасти жизнь малышу. В красную зону нет доступа никому. Эти съемки предоставили нам сами врачи. Вот оно, рождение нового человека. Спасибо вам, доктор. Очень приятно, когда люди понимают и ценят все-таки наш труд, потому что на самом деле мы стараемся именно для людей и для пациентов. И когда ответная реакция такая приходит, конечно, это очень приятно и очень поддерживает, что все не зря, что мы действительно что делаем что-то хорошее. В роддоме вылечились от ковида 284 пациентки. На свет появились 98 детей. Лучшие награды медицинским работникам и не надо. Жизнь продолжается.